дьявол, дьявол! Убитый мадам Леспане и ее дочь мадемуазель Леспане. Покупайте судебную газету. Убийство. Неслыханное убийство. Трагедия на улице Морг. Убийство. Неслыханное убийство. Покупайте судебную газету. Эдгар По. Убийство на улице Морг. Свидетельница, назовите свое имя. Полина Дюбур, прачка. Знаю покойниц 3 года. Стирала на них. Старая дама с дочкой жили, видно, душа в душу. Платили исправно. Что вы можете сообщить по существу данного дела? По существу? Ну, поговаривали, что у них есть деньги. Следующий. Назовите себя, свидетель. Пьер Моро, владелец табачной лавки. Я 4 последних года отпускал мадам Леспане нюхательный и курительный табак. Небольшими пачками. Что вы можете сообщить по существу дела? Как местный уроженец и коренной житель свидетельствую. Обе женщины жили уединенно. По слухам, у них имелись деньги. Так. Следующий. Изидор Мюзе, жандарм. Докладываю. За мной пришли около 3 утра. Застал у дома толпу, 30 человек. Осаждали дверь. Замок взломал я штыком. Что побудило вас к этому? За дверью кричали, господин префект. Ну, потому и толпа собралась. Все время кричали, пока я не открыл дверь. Да, а потом вдруг все смолкло. Вы поднялись по лестнице первым? Да, да, я был первым. Когда я поднимался по лестнице, я услышал, как 2 громко и сердито переругивались. Об этом подробнее, как можно подробнее? Ну... Один говорил глухим, а другой таким, знаете, визгливым голосом. Голос был какой-то чудной. О чем они говорили? Да отдельные слова у первого я вроде бы разобрал, что такое дьявол. Да, дьявол. А что отвечал второй визгливый, ничего не понял. Скорее всего, он говорил по-испански. А вы знаете испанский язык? Нет, что вы, откуда? Но мне так показалось. Благодарю вас. Следующий. Анри Дюваль. Живу тут по соседству. Показания господина жандарма подтверждаю, но не во всем. Визгливым голосом говорил итальянец. Не берусь утверждать, что это был мужчина. Возможно, это была женщина. Вы знаете итальянский? Не знаю, да я и слов не разобрал. Но мне почему-то показалось, что это был итальянец. А вы что скажете? Альфонсо Грасия, портной. Живу тут же, на улице Морг. Испанец. Все так, как здесь говорили. Только визгливый англичанин. Вы знаете английский? Нет, вовсе нет. Сужу по интонации. А вы? Адольф Лебон, банковский служащий. Вчера в 12 часов... По распоряжению мадам Леспане я доставил ей домой 4000 франков. И что потом? Потом откланялся и ушел. Так, так. В то время, когда происходили эти события, я жил в Париже
и вместе со своим другом, неким Агюстом Дюпеном, снимал недорогую, но очень удобную квартиру неподалеку от улицы Морг. Надо сказать, общество этого человека было для меня бесценным кладом. Я не уставал восхищаться блестящим аналитическим умом Дюпена. Мы с ним беседовали подолгу и о многом. Боже, какая грязная улица. И какая скверная мостовая. Да, но зато очень длинная улица. И поэтому располагает к прогулкам. Так на чем остановились? Я спросил вас, что вы думаете об этом кошмарном убийстве? Какое-то нагромождение ужасов, к тому же таинственное и необъяснимое. Ну, что же вам представляется таким таинственным и необъяснимым в убийстве на улице Морг? Все, но посудите сами. Толпа во главе с жандармом врывается в комнату и застывает в ужасе и изумлении. Все вверх дном, всюду раскидана изломанная мебель, на полу бритва с окровавленным лезвием, рядом два мешочка с золотыми монетами, а обе женщины исчезли. Все так. И только полиция, которая прибыла на место преступления, обнаруживает сначала труп дочери. И где? В каминном дымоходе. Молодая женщина оказалась зверски задушенной. Все так. А потом внизу, в мощеном дворике, находят труп старухи с перерезанным горлом. Я вижу, вы внимательно читаете судебную газету. Ну, а что вы сами думаете по этому поводу? Я? Угу. Ну, очевидно, то же, что и весь Париж. Мы стоим перед неразрешимой загадкой. Не всякая еще неразрешенная загадка неразрешима. Тогда ответьте мне, как убийца проник в дом? Окна и двери были заперты изнутри и остались запертыми. Изнутри, заметьте. И потом, какая небывалая жестокость. Да уж, обычные убийцы действуют иначе. Это же просто зверство какое-то. Мой друг, неожиданно для самого себя вы оказались на правильном пути. Зверством. Я? А что вы хотите этим сказать? А вы не заметили ничего особенного в этой картине действительно зверской жестокости? Но я могу судить только о том, что я прочел в газетах. Ну, боюсь, что в газетном отчете отсутствует самое главное. Что же именно? Я имею в виду то чувство невыразимого ужаса, которым веет от этого происшествия. Но бог с ним, с этим дурацким листком. Мне думается, что загадку объявили неразрешимой на том основании, которое как раз помогает ее разрешить. Не понимаю, что же именно, Агюст? То чудовищное, что наблюдается во всем. Вдумайтесь, полицейских смущает отсутствие побудительных мотивов не столько для самого убийства, сколько для его жестокости. И потом они никак не могут справиться с таким, как будто бы непримиримым противоречием. Свидетели слышали спорящие голоса, а между тем наверху, кроме убитой мадемуазель Леспане, никого не оказалось. Вот, весь Париж теряется в догадках. Да, для домыслов всякого рода есть основания. Кроме всего прочего, убийцы не должны были скрыться. Из квартиры только один выход. И свидетели, которые шли следом за жандармом, непременно увидели бы их, поднимаясь по лестнице. Да, есть от чего прийти в растерянность. Прибавьте к этому невообразимый хаос в спальне. Труп, который кто-то ухитрился затолкать в дымоход, да еще вверх ногами. Но кто же это мог сделать? Кто? Ну, тот же, кто перерезал горло старухи, выбросил несчастную во двор. Но... Я понимаю, что все эти обстоятельства оказались достаточными, чтобы выбить у наших полицейских почву из-под ног. Они впали в грубую, хотя и очень распространенную ошибку. А в таких расследованиях надо спрашивать не что случилось, а что случилось такого, чего еще никогда не было. Дорогой Агюст, как я понял, вы решили взяться за это расследование? Не знаю. Кто я такой? Всего лишь потомок знатного рода, который в ранней молодости испытал превратности судьбы. И который палец о палец не ударит, чтобы вернуть себе прежнее богатство. Вот этого я никогда не мог понять. Ну, все очень просто. Любезность кредиторов сохранила мне кое-какие крохи отцовского наследства. Я свожу концы с концами.
Более того, единственная роскошь, которую я себе позволяю, мне посредством. Книги? Да, книги. Признаюсь, меня всегда поражала, так сказать, пестрота вашей библиотеки. То есть, простите, разносторонность ваших интересов. А вот скажите мне, эти книги, они помогают вам шлифовать и совершенствовать ваш метод? Метод? О чем вы? Ну, не скромничайте, Агюст. Вы же не раз помогали полиции распутывать такие сложные дела. Я думаю, что и теперь. Не знаю. В прошлый раз досточтимый префект полиции, которому я действительно помог, когда дело было закончено, не нашел ничего лучшего, как похлопать меня по плечу и сказать: «А вообще-то, дорогой Дюпен, каждый должен заниматься своим делом». Ваш префект – болван. Да уж, этого от него не отнимешь. Ну, Агюст, ведь не в префекте дело. Представьте себе, что убийца бродит сейчас по Парижу, и неизвестно, кто станет следующей его жертвой. Черт возьми, это мне не пришло в голову. А ведь это возможно. Возможно. Скажите мне, что вы собираетесь предпринять? Вот сию минуту продолжать нашу прогулку и перестать говорить об этом убийстве. Простите, но почему? Потому что это во вред делу. Мы с вами пустимся в пространные рассуждения, а в глубокомыслии легко перемудрить. Как? Вы сторонник поверхностных рассуждений? Представьте себе, истина не всегда обитает на дне колодца. В насущных вопросах она, скорее всего, лежит на поверхности. Я приготовился возразить, но, встретив какой-то отрешенный взгляд моего друга, промолчал. Я уже достаточно знал Агюста Дюпена, чтобы понять, сейчас он ведет расследование, и мешать ему нельзя. Ну вот теперь я готов поделиться с вами своими соображениями. Показаниями установлено, что спорящие голоса, которые слышали свидетели на лестнице, не принадлежали обеим женщинам. И что же из этого следует? Ну, из этого следует, что версия, которую выдвинул какой-то уж вовсе безмозглый журналист, отпадает. Это какая же? Ну, будто бы мадам Леспане убила дочь, а потом лишила себя жизни. О, Господи. Да вздор, конечно. И я говорю об этом лишь для того, чтобы показать вам ход своих рассуждений. И так остается предположить, что убийство совершено какой-то третьей стороной. И спорящие голоса с полной очевидностью принадлежали этой третьей стороне. Но кто же мог там разговаривать? Не торопитесь. Вспомните свидетельские показания. Один говорил глухим, а другой визгливым голосом. Голос был какой-то чудной. Скорее всего, он говорил по-испански. Визгливым голосом говорил итальянец. Не берусь утверждать, что это был мужчина. Возможно, это была женщина. Все так, как здесь говорили, только визгливый англичанин. И вот тут-то кроется нечто очень важное. То, что и вы, мой друг, проглядели. Свидетели, как вы правильно указали, все одного мнения относительно хриплого голоса. Что же до визгливого, то в его интонациях никто не признал речи соотечественника. Причем каждый называет язык, который не знает. Что же это за язык, на котором объяснялся убийца? Вот вопрос. Ну, вообразите себе. Странно. Очень странно. Вроде похоже... На что?
Да нет, ни на что не похоже. Не скрою от вас, у меня есть одна догадка. Какая? Ну, а вот об этом я пока умолчу. На следующий день мой друг ушел из дому рано, а вернулся поздно с массивной, изрядно потрепанной книгой. Из чего я заключил, что он, вместо того, чтобы заниматься расследованием убийства на улице Морг, по своему обыкновению рылся в книгах какого-то букиниста. Я очень рассчитывал на вечернюю прогулку, чтобы поговорить с Дюпеном о его таинственной догадке, о которой он умолчал накануне. Но друг мой сидел у камина, погрузившись в свою книгу, и явно не собирался трогаться с места. Интересно. Весьма интересно. Что это вы читаете, Агюст? Некое фундаментальное исследование. Автор его, можно с уверенностью сказать, досконально знает свой предмет. И что же исследует этот автор? Обезьян. Вот как? Да. А вы читали сегодняшнюю судебную газету? Читал, читал. Подумать только, префект полиции напал на след убийцы. Да? Что-то я этого не заметил. Ну как же, это же написано в судебной газете. Префект арестовал и посадил в тюрьму банковского служащего Лебона. Ах, вы об этом. Префект просто-напросто невежда. Никаких новых отягощающих улик против Лебона он не обнаружил. Почему вы так думаете? Да потому что таких улик не существует в природе. Но префекта все парижские газеты дружно обвиняют в бездействии. Ну, вот он и решил. Одним словом, мне действительно пора вмешаться. Да можно считать, что я уже вмешался. Это так хорошо, что вы решились, не держа обиды на префекта, предложить ему свои услуги? Думаю, что все сложится несколько иначе, если... Если что? Если ход моих рассуждений верен. Кто это нам пожаловал? О, это его коляска. Сам господин префект решил удостоить нас визитом. Префект? А что его побудило к этому? Плачевные обстоятельства, мой друг. Плачевные обстоятельства, в которых он очутился. Входите, господин префект, входите. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Позвольте мне представить вам моего друга. Весьма рад. Я тоже, господин префект, весьма. Садитесь сюда, господин префект, вот сюда, поближе к огню. Благодарю. Чертовски ветрено на улице, не правда ли? Что? А, да-да, конечно. Ну, похоже, что собирается дождь. Дождь? Да, дождь. Возможно. Дождь. Вы, кажется, изволите смеяться надо мной, господин Дюпен. Вы же прекрасно понимаете, что я приехал к вам вовсе не для того, чтобы беседовать о погоде. Право? Ну, тогда можно поговорить о чем-то другом. Вот не хотите ли взглянуть, какую занятную книгу? Вот она, я сегодня приобрел. Посмотрите, а как иллюстрировано, какие картинки. Вы любите картинки, господин префект? Вот полюбуйтесь. Да, книга? Угу. Какая еще книга? Да, вот. Фу, господи, что за мерзкая харя. А, по-моему, довольно милая мартышка. Как вы считаете? Да, конечно, милая. Да, да. В моем положении мне не хватает только мартышек. Послушайте, Дюпен. Вы же читаете газеты. Иногда, да. Вы не можете не знать об этом страшном. Простите, что я вмешиваюсь, но если речь идет об убийстве на улице Морг, я бы даже добавил таинственном и кошмарном преступлении. Да, да.
Речь идет об убийстве на улице Морг. И не скрою от вас, следствие зашло в тупик. Я это понял, когда прочел, что вы упрятали за решетку беднягу Лебона, конторского служащего. Да, он относил на улицу Морг деньги. Он последним видел и мать, и дочь живыми. Вот-вот. А позже, уже ночью, он проник в дом сквозь стену. Да так ловко, что оказался сразу на четвертом этаже. Там он совершил оба убийства и преспокойно удалился, опять-таки, сквозь стену. Лихо спикировал с четвертого этажа на мостовую. Да? Ну-ну. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Аминь, аминь. Но ошибки-то следует исправлять. Завтра утром вы его отпустите. Вы что это, приказываете префекту парижской полиции? Избави бог. Я называю префекту условие, на котором я берусь ему помочь. Ах, так? Именно так. Ну что ж, принято. Слово префекта? Слово префекта. Но перейдем к делу. К делу об этом чертовом убийстве. С таким, я бы сказал, странным преступлением мне никогда не приходилось сталкиваться. Ну, а может быть, все совсем не так? Может быть, странность-то в том, что дело-то простое? И этой своей простотой сбивает вас с толку. Что за вздор? Может быть, тайна слишком ясна. Буквально лежит на поверхности. Господи, что за мысль? Вы определенно считаете меня идиотом. Господин префект, я имел случай убедиться, что в расследовании всякого рода дел вы настойчивы, изобретательны, хитры и знаете свое ремесло до тонкости. Благодарю вас, благодарю. Не скрою, кое-кто на самом верху, в Министерстве юстиции, тоже держится такого мнения. Прекрасно, прекрасно. А то, что у вас, господин префект, подчас не хватает воображения, ну, вряд ли это тревожит Министерство юстиции, верно? Так что все в порядке. Не понял. Ну, это так, пустяки, это частые замечания. Итак, вы уверены, что не желаете полюбоваться моими обезьянками? Совершенно уверен. Какие уж тут обезьянки? Ну, тогда что ж мы теряем время? Едем? Куда? На улицу Морг, конечно. Улица Морг — это одна из тихих, неказистых улочек, соединяющих улицу Ришелье с улицей Сен-Рок. Дом сразу бросился нам в глаза, так как немало зевак все еще бесцельно глазели с противоположного тротуара на закрытые ставни. Это был обычный парижский особняк с подворотней, сбоку прилепилась стеклянная сторожка с подъемным оконцем, так называемая «ложь де консьерж», привратницкая. Мы поднялись по лестнице в спальню, где была найдена мадемуазель Леспане и где все еще лежали оба трупа. Здесь, как и полагается, все осталось в неприкосновенности, и по-прежнему царил хаос. Я видел перед собой картину, описанную в судебной газете, и ничего больше. Однако Дюпен все подверг самому тщательному осмотру, в том числе и трупы. Послушайте, Дюпен, можете поверить мне на слово, мы исследовали здесь все до тонкости. Верю. А вот это что такое? Ну, вы же видите, окно наглухо забито огромным гвоздем. Я не понимаю. Я тоже не понимаю. Пока. Но хочу понять, как грабитель мог проникнуть в запертую комнату на четвертом этаже. Ну что ж, давайте рассуждать, так сказать, в обратном порядке. Как это? Не понимаю. Вы простите, но я присоединяюсь к префекту, я тоже не совсем понимаю. Ну, сейчас поймете, оба.
Убийца, несомненно, бежал в одно из этих окон. Но тогда он не смог бы снова закрепить раму изнутри. Понятно, да? А она закреплена. Вот именно. Вот именно. Так решили ваши полицейские, прекратив поиски в этом направлении. И совершенно напрасно. А что же вы надеетесь здесь найти? Кажется, я уже нашел. Смотрите, шляпка гвоздя наглухо вколоченного в раму оказалась отломанной от стержня. И достаточно было легкого нажима. Ну, допустим. А что дальше? Оп. Что это? А вот это ключ к следующей загадке. Рама не закреплена, ее легко открыть, но через мгновение она захлопывается сама. К тому же гвоздь хоть и сломан, выглядит весьма внушительно. Вот поэтому ваши люди... Про своих людей я уже все понял. Но преступнику нужно было и войти сюда. А вот видите, рама-то открывается на обе стороны. Значит, убийце было достаточно толкнуть ее снаружи. Но это рама окна, которая находится на четвертом этаже. Это я уже успел заметить. А что вы, мой друг, так упорно смотрите на это окно? Я даже не знаю, как сказать вам. У меня... Догадка? Нет, даже не догадка, намек, тень догадки. Посмотрите, какой ставень у этого окна. Старинная работа, теперь уже таких не делают. Видите, низ наподобие кованой решетки. Можно даже схватиться руками. Браво, мой друг, браво. Дальше. А ставни-то полуоткрыты, то есть они стоят к стене под прямым углом. Ой, посмотрите, Дюпен, в 2 футах громоотвод. Ну, нет, это, конечно, вздор. Вовсе не вздор. При известном усилии, а также при исключительной смелости и ловкости, вполне можно перебраться с громоотвода на окно. Каким же образом? Протянув руку, грабитель мог ухватиться за решетку ставни. Отпустив затем громоотвод и упершись в стенку ногами, он мог силой оттолкнуться, захлопнуть ставень и одновременно толкнуть раму, а уж там махнуть через подоконник прямо в комнату. Но для этого нужно обладать... Совершенно верно. Нужно обладать особой ловкостью, иначе не совершить такого акробатического номера. Я допускаю, что грабитель необычайно ловок, но, увы, это не может служить приметой, которая наведет нас на след. Грабитель? А с чего вы взяли, что он грабитель? Денег-то он не взял. Вот оно, золото. Вот оба мешочка, которые принес бедняга Лебон. У меня ощущение, Дюпен, простите меня, что вы вместо того, чтобы распутать это дело, еще больше его запутываете. Как знать. Итак, я продолжаю. Что мы знаем об убийце? Ну, у него весьма своеобразный голос. Он необычайно ловок, и он совершил исключительное по жестокости убийство. Подумать только, одну из своих жертв он задушил голыми руками, а потом затолкнул в дымоход. Согласитесь, в этом есть что-то несовместимое с нашими представлениями о человеческих поступках. Даже если считать, что здесь орудовало последнее человеческое отребие. А вот теперь сопоставьте. Как это? Сопоставьте неимоверную прыть, сверхчеловеческую силу, лютую кровожадность и чудовищную жестокость, превосходящую всякое понимание, с голосом и интонациями, которые кажутся чуждыми представителям самых разных национальностей. Сопоставьте, и какой напрашивается вывод? Не знаю, но от ваших слов делается не по себе. А вот взгляните-ка еще на это. Это клок волос. Я едва вытащил их из сжатых пальцев несчастной мадам Леспане. О, это уже что-то. Волосы убийцы. Покажите-ка. Рыжие. Я немедленно прикажу... Арестовать всех рыжих в Париже? Боюсь, что это будет не только хлопотно, но и бесполезно. Дюпен, этот рыжий клочок...
эти более чем странные волосы, они не принадлежат человеку. Час от часу не легче. Так чьи же это волосы? Это я скажу вам завтра. Завтра вы узнаете, кто убийца. Время шло. Минуты складывались в часы. А Дюпен по-прежнему читал свою книгу, отрываясь от ее страниц, только для того, чтобы изобразить что-то на листке бумаги. Я не решался мешать его занятиям. На столе лежала утренняя газета. Одно из помещенных в ней объявлений было отмечено на полях жирной чертой. Я взял газету и, к немалому своему удивлению, прочел следующее. Пойман в Булонском лесу ранним утром такого-то числа сего месяца, в утро, когда произошло убийство, огромных размеров бурый орангутанг разновидности, встречающийся на острове Борнео, будет возвращен владельцу, по слухам матросу мальтийского судна, при условии удостоверения им своих прав и возмещения расходов, связанных с поимкой и содержанием животного. Обращаться по адресу дом номер на улице в Сен-Жерменском предместье справиться на 4-м этаже. Агюст, взгляните. Ах, это Le Monde, газета, представляющая интересы нашего судоходства и очень популярная среди моряков. Вам раньше не приходилось ее читать? Нет, я никогда не интересовался судоходством. Но послушайте, некто, давший это объявление, похоже, собирается возвращать пойманного орангутанга в нашей квартире. Взгляните, это же наш адрес. Естественно, это объявление дал я. Вы? Но объясните. В свое время, мой друг, в свое время. Но для начала, бог с ним, с этой газетой, вот вы посмотрите, что изображено на вот этом листке. Минутку. А? Ничего не понимаю. Я точно воспроизвел здесь то, что частью показаний определяется как темные кровоподтеки и следы ногтей на шее у мадемуазель Леспане. А в заключении господ полицейских фигурирует как ряд сине-багровых пятен, по-видимому, отпечатки пальцев. Ну и что же из этого следует? А, вот что, рисунок, как вы можете судить, дает представление о крепкой и цепкой хватке. Эти пальцы держали намертво. А вот теперь попробуйте одновременно вложить пальцы обеих рук в изображенные здесь отпечатки. Попробуйте. А, сейчас, подержите. Угу. А. Ну-ка. Не получается. А мы сейчас сделаем все как следует. Листок лежит на плоской поверхности. А ведь человеческая шея округлой формы. Прошу вас, возьмите-ка полотенце вон там возле камина. Возьмите, наложите на него рисунок и давайте попробуем еще раз. А, сейчас. Так. Вот так, полотенце на шее. Ага, округло теперь. И? Так, сейчас попробуем. Странно. Агюст, у меня довольно большие кисти рук, но эти отпечатки, следы, которые здесь изображены, их не могли оставить человеческие руки. Признаюсь, я почувствовал огромное облегчение, когда понял, что это чудовищное убийство совершено не человеком. Все-таки не хотелось бы думать о роде людском настолько плохо. Не человеком,
Но кем же тогда? Прошу вас. А теперь вот возьмите мою книгу и прочтите, пожалуйста, вот этот абзац. Кстати, вот тут рядом портрет, можно сказать, родственника убийцы. Агюст, но это же... Да-да, мой друг. Это бурый орангутан. Вот теперь сравните мой рисунок с отпечатком лапы, приведенной в книге. Сравните. Вот оно что. Бурый орангутанг. Угу. Водится на Остинских островах, огромный рост, неимоверная сила и ловкость, неукротимая злоба и необычайная способность к подражанию. Бурый орангутанг. Волосы, зажатые в руке мадам Леспане, ржавого цвета. Агюст, но... Скажите, почему же кто-то должен явиться сюда, в Сен-Жерменское предместье, за орангутангом? Думаю, что этот кто-то придет. Думаю, что его появление связано с вашим «но». Агюст, в одном префект был прав. Распутывая дело, вы стараетесь запутать собеседника. Но вот скажите, что, по-вашему, скрывается за моим «но»? Извольте. Вас смутило то, что свидетели слышали два голоса, и один из них бесспорно принадлежал французу. Ну, конечно, какой-то француз был очевидцем убийства, свидетели это подтверждают. Но мне почему-то кажется, что он не причастен к этой зверской расправе. Я тоже так думаю. Обезьяна, скорее всего, сбежала от него. И вот вы даете объявление, рассчитывая, что хозяин явится за своей обезьяной. А вот скажите мне тогда... Почему вы решили, что матрос с мальтийского судна? Да я далеко не уверен в этом. Но вот, вот, взгляните, что я нашел на улице Морг во дворе под громоотводом. Вот прошу вас, видите, обрывок ленты. Очень напоминает те, какими матросы завязывают волосы на затылке в узел. Не правда ли, да? Таким узлом ленту мог завязать только моряк, а, скорее всего, мальтиец. Если я ошибся, и хозяин ленты не мальтийский моряк, то нет большой беды в том, что я сослался на это в объявлении. Матрос подумает, что кто-то вел меня в заблуждение, особенно вникать не станет. А если вы правы? Тогда это козырь в моих руках. Значит, в лучшем случае ваш моряк очевидец убийства. И вы уверены, что он не побоится прийти? Знаете, я вообразил себя на его месте и начал рассуждать примерно так. Я не виновен. Я не виновен. К тому же человек я бедный. Орангутанги в большой цене. Для меня это целое состояние. Зачем же терять его из-за пустых страхов? Вот он, мой орангутанг. Рядом только руку протянуть. Чего бояться? Разве его поймали на улице Морг? Нет. Его нашли в Булонском лесу. Далеко от места убийства. Да кому и в голову придет, что такие страсти мог натворить дикий зверь? Уж полиции-то век не догадаться, как это все случилось. А хотя бы обезьяну выследили, попробуй докажи, что я что-то знаю. А хотя бы и знал, я не виноват. Главное, кому-то я уже известен. Конечно, раз в объявлении меня называют владельцем этой твари. Так, что же получается? Если я за ним не приду, а он больших денег стоит, известно, что хозяин я. Ну вот что. Мне ни к чему навлекать подозрения, что на себя, что на эту бестию. Лучше уж явлюсь по объявлению, заберу его и спрячу, пока все не порастет травой. Чш, это он. Держите пистолеты наготове, только так, чтобы он их не видел. И не стреляйте без моего сигнала. Хорошо. Войдите! Разрешите? Да-да,
Доброго вам вечера, господа. А, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Я по объявлению. Дюпен угадал. Это был матрос. Высокий, плотный, мускулистый. В общем, довольно приятный малый. И, скорее всего, мальтиец. Лихие бачки и усы больше, чем наполовину скрывали его загорелое лицо. Так я насчет обезьяны. Ну, вы садитесь, садитесь, приятель. Ничего, я садитесь. Постою. По правде говоря, вам позавидуешь. Великолепная у вас обезьяна. Должна быть ценная. А сколько ей лет, как вы думаете? Вообще-то это не она, а он. Да. Ему годика 4-5, не больше. Он что, здесь, в доме? Ну что, у нас не нашлось такого помещения. Мы сдали его на извозчичий двор на улице Дюбер, совсем рядом. Вы приходите за ним завтра. Вам, конечно, не трудно будет удостоверить свои права. За этим дело не станет, месье. Прямо жаль расставаться с ним. Не подумайте, месье, что вы хлопотали за даром. У меня тоже есть совесть. Я охотно уплачу вам за труды. И вам, конечно, месье. В самом деле? Мне не надо. Ну, по силе возможности, конечно. Столкуемся. Да, это очень порядочно с вашей стороны. Надо сообразить, сколько с вас взять. А, впрочем, не нужно мне денег. Расскажите-ка нам лучше, что вам известно об убийстве на улице Морг? Я не виноват, господа. Хорошо. Будь что будет. Расскажу вам все, что знаю. И да поможет мне Бог. Вы, конечно, не поверите. Я был бы дураком, если бы надеялся, что вы мне поверите. Но все равно, моей вины тут нет. И пусть меня казнят, а я вам расскажу все, как на духу. Я поймал его на Борнео. На свою беду привез в Париж. Надеялся выгодно продать. Однажды засиделся в кабачке с друзьями. Прихожу домой под утро, а эта бестия непонятно как выбралась из своего чулана, намылила себе морду, уселась перед зеркалом и пытается бриться моей бритвой. Эй, каналья, отдай бритву! Ты слышишь? Отдай бритву! Куда ты? Стой! Стой, дьявол! Стой, дьявол, остановись! Он бежал огромными прыжками, но бритву не бросил. Время от времени останавливался, подпускал меня совсем близко, корчил мне мерзкие рожи и снова пускался бежать. Было около 3 часов утра. На улице ни души. Нигде не было ни огонька. И только на улице Морг на 4-м этаже светилось одно единственное окно. И вдруг обезьяна вскарабкалась по громоотводу, схватилась за открытый настежь ставень и прыгнула в комнату. Что там случилось? У него же бритва. Скорей на помощь. Я быстро вскарабкался по громоотводу на 4-й этаж и заглянул в окно. Все уже было кончено. Когда обезьяна увидела в окне мое лицо, она, видимо, испугалась и начала метаться по комнате, ломая все на своем пути.
Потом схватила труп девушки и затолкала его в дымоход камина. А тело старой женщины вышвырнуло в окно. Дьявол! 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 Я не виноват. Не молчите. Не молчите, господа. Скажите, что я должен сделать? Вы понимаете, что еще может натворить этот зверь? Я его поймаю. Поймаю. Клянусь Богом. Эффекта полиции! Убийца Том Пойман! Вы можете увидеть его в клетке ботанического сада! Подробности в нашей газете! Покупайте судебную газету! Раскрыто преступление века! Судебную газету покупайте! Убийца Пойман! Вы можете увидеть его в клетке века! Подробности в нашей газете! Покупайте судебную газету! В газете раскрыто преступление века! Ну что же, Агюст, мне кажется, что префект полиции должен быть вам теперь благодарен. Как бы не так. Он встретил меня с кислой физиономией и тут же принялся ворчать. В конце концов, мой дорогой Дюпен, пусть каждый занимается своим делом. Вы слушали радиоспектакль «Убийство на улице Морг» по рассказу Эдгара По. Сценарий и постановка Надежды Киселевой, редактор Елена Ковалевская, композитор Владимир Романычев. Действующие лица и исполнители. Рассказчик Леонид Броневой, Дюпен Михаил Казаков, префект Михаил Погоржельский, моряк Лев Дуров. В эпизодах артисты Татьяна Курьянова, Анна Бари, Алексей Блохин, Игорь Верник, Сергей Габриэлян, Виктор Никитин, Михаил Розенберг. Ассистент режиссера Яков Ромбро. Звукооператоры Галина Зуткина, Ирина Воронова, Галина Засимова, Галина Тимченко.